Всем здорово, ребятки, с вами Фабиан, и сегодня мы продолжим играть в Alien Isolation. В прошлый раз мы повернули огромную тарелку и должны были пристыковать Торренс. И я сохранилась и пошла что-то куда-то ходить, и в итоге все, и на этом мы закончили. Короче, сейчас продолжим. Не знаю, как мы будем это делать. Так, все трясется. Да, мы возле вот этой сохранки. Пристыковать Торренс, как же это сделать-то? Нет, не туда. Да-да-да, извините, пожалуйста, не туда пошла, сорян. Значит, нам нужно обратно поехать наверх, куда-нибудь туда. Рикардо, готовься. Мы уходим. Рикардо? Рикардо, прием! Что с ним? Рикардо, прием! Что случилось? Он от счастья там умер, что ли? Блин, Рикардо, мать твою за ногу, да что с тобой там? Так, что-то, слышите, мне не нравится вот это его. Твою мать! И как мне выйти отсюда теперь? Ах ты дерьмо. Случайное происшествие. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации. Сейчас и пройду. И как мне быть? Беги, беги! Уродинка! В короткой шейке родинка! Мразь! Он меня убил, да? Да. Дубль 2. А душ все не работает и не работает. О, уйди, уйди, уйди! Уйди, Петруша! Ох, только бы добежать! Только бы добежать до лифта! О, скорей, 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 скорей! Скорей, скорей! Он там где-то лезет! Ух, фу, хоть до лифта... Да, хоть до лифта успела добежать! Блин, у меня... Где я вообще? Я туда приехала или нет? Что за звуки? Что за звуки? Рикардо уже нету Рикардо? Давно? Твою мать! Рикардо. О, нет. Что делать-то? Вот дерьмо. Петруша идет. Прячься. Блин, мне что-то стрёмно. Жестко. Куда теперь? Куда идти-то? Идти. Подождите, подождите, вот тут что-нибудь приедет, может? Тихонько. Это что за дверь? Это не открывается. А это? Тут маленькая комнатка. В ней есть что-нибудь полезное, может? Пожалуйста, пусть будет что-нибудь хорошее. Хлам, ну конечно, естественно. Это же прям то, что доктор прописал. Давно нет шкафы. Блин, ничего нет, ни резов, ни хрена. Я даже аптечку не могу сделать. И музыка страшная, капец просто. И звуки эти в ней совсем меня пугают, еще хуже. Это я уже смотрела, видимо. Так, а туда я никак не могу к нему попасть. Как он сам-то туда проник? Блин, ну это просто жесть. Неприятно. Ладно, давайте попробуем пойти куда-нибудь рандомно, потому что я не знаю куда. А, возможно... Где ты, мразь? Где? Я не понимаю, где он? Вот он! Иди отсюда! О, быстрее открывайся! Так, стоп, где я? Туда, куда нужно иду, нет? Огнемет 25 зарядов. О, как неприятно. Ой, блин, ребят, это жесть. Я, короче, все, я сдохла, считайте. О! Ойся, так. Сохранка, сохраночка, сохранка. Мне нужно в жилую зону как-то попасть. Только вот у меня еще один есть вопросик. Стоп, тут вообще все горит. Смысл вообще, подождите, мне идти в жилую зону, если мне нужно пристыковать Торренс. Так, это мразота где-то тут. Он меня увидел, бежит. Ага, увидел огнемет и зассал. Ну? Ну? Медленно подбирается ко мне. Все, все, я сдохла. Да блин! Блин, я чувствую, я очень долго буду здесь бегать. Потому что отсутствие ХП и зарядов в огнемете как-то, знаете, угнетают немного. Да он постоянно видит меня, ну сколько можно-то, а? Уйди отсюда! Опаньки, не увидел. Что здесь в терминале есть? Вдруг есть что-то хорошее?
Я очень сомневаюсь, что есть. Чё, доступ к дверям? Я что-то отключила? Это плохо или хорошо? Я не представляю, как я сейчас пройду этот сраный путь огромный, длиннющий. Тихонько идем, спокойно, не шумим. Не нервничаем. Где он? Где он? Как я должна определить? Во! Прошел мимо. У-у-у-у. Так, а мне как бы так просочиться-то? Ой! Вот он. Убежал, убежал. Ну он просто убежал, да? Он не залез далеко. Давайте попробуем тоже просто убежать. Так, стоп. А тут? Сюда. Давай, 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 давай. Рипли, пожалуйста. Стоп, тихо. Там что это такое, лифтик? Я доберусь до жилой зоны? Верхний транзит технобашни. Я не знаю, это туда или не туда. И где мой мистер лифт? Пристыковать Торренс? Нет, все еще все вроде четенько. Там людишка! Стоп! А, все-таки все правильно, да, я приехала? Жесть, как-то нужно проползти и сохраниться, иначе все, короче, иначе я сдохла. Дать энергию на транзит жил зоны. А-а-а! Так, тот чувак хочет увидеть семью, но это, блин, не значит, что он нас не убьет. Я сдохну в любом случае сейчас. И буду много раз дохнуть. Где он? Ой! Добрый день, вечер, или что там у вас? Какое там у вас время суток? Ой, мразь! Блин, я думала, он с той стороны пойдет. Нам нужно убивать этого мужика? Или, может, мы можем просто проползти тихонько мимо? Да хватит мне тут билетики выдавать. Знать бы, как там сейчас дети. Ага. Это, конечно, самое интересное, чувак. Как там сейчас дети? Естественно. Интереснее этого ничего быть не может в мире. Опачки, ионный резачок. Заметит меня мужик или нет, пока я буду резать? Мне кажется, да. Это как-то глупо надеяться, что я буду делать это беззвучно. Или нет? А! Блин, упала эта крышечка громко, страшно. Так, ага. Хорошо, то есть мы можем не валить его, если что. Окей. А это... Чё фонит так мерзко? А, на этой штуке обычно бывают предметы какие-то полезные. Нет? Стоп, что это? Хлам. Но это ж там ходи. Лучше не нарывайся. Думаешь, я блефую? Там дяденька. Я тебя видел. У меня муж. У меня тоже. И не одна. У меня много всяких разных. Каких хочешь. Твою мать! Так, давайте в терминал посмотрим. Тут же наверняка что-нибудь должно быть. 18:51. Сейчас Петруша придет, потому что он услышит эти отвратительные звуки. Зачем вот ты орешь так, дебил? Клей! Тихо, огнемет! Перезарядить! Нет, давай, давай! Мразь! А! Урод! Как он меня заметил-то? А, он меня видит, лол. Ты охренела? Мужик тоже такой явно в шоке. Немножко с того, что тут происходит. Че, он сзади, да, подойдет? А, да, вот он, ёптать, а что-то он тормознул. Да ты издеваешься, что ли? Вот это жесть. Ну как так пять пулек-то всадила в него, ну? Я ему хрен бы что. Тут еще чужой. О, не ко мне пошел. Какая удача. Нет, ну все, он догнал. Ну как так? Я не знаю, как это пройти теперь. Я не знаю, давайте попробуем выйти, короче, и загасить этого мужика так. Ну то есть он-то меня, конечно, видит. Я должен знать, вот здесь. Что происходит. Ой, стеночка. Давай, 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 давай. Все, минус мужик. Плюс дверь. 18:51. Пожалуйста. Куда я бегу? Нет, не трогай меня, урод. Мразь.
Я была так близка. 18:51. И взять что-нибудь надо, револьвер насрать. Хоть так. Так, тихо. Где сохранка? Ура! Включить питание. Угу, давай. Включила? Ты все включила, то, что нужно? Точно все? Блин, тут ни хрена непонятно, столько компов. Обосраться можно. Так, стоп. Это что? Это что? Вот это вот зачем? Это что такое? А что включилось-то? Ой, дяденька. Что за хрень? Сам ты хрень, я не хрень никакая тебе, понимаешь ли. Так, давайте вот револьверчик. Трус. Труша! Ну-ка не сюда. Отвали! Вот так. Какие глаза? Чувак, ты вообще в другом месте был, ничего? Мои глаза. Ой. Нехорошо получилось. Мразь, ну как ты меня нашел? Сразу попробуем выйти. Прям сразу. И пойти куда? В лифт. Нет, в лифт плохая мысль. Тут закрыто до сих пор, да? А, нет, теперь можно использовать рычаг. Давай. О, сейчас, может, что-нибудь прокатит. Что это такое? И как этого избежать? А? Она... Что? Как это? Я же завалил ее вроде. Опять она меня убила, ну как? А! Да ну... Что это такое? Это что, здесь человек, что ли? Вот, ну как? Вот как это, видели, да? Она пьет либо не по ней, либо не по ней. Чтобы Рипли... Вот она не успевает ее убить, ну как? Как мне убить сраную личинку? Убей ее, но она не может убить сраную личинку, ну почему? Видите, она ну никак вообще не может ее убить. Я не понимаю, в чем проблема. Вот так она сожрала, это понятно. А там-то почему, блин, Рипли по ней пьет и умирает сама? В чем проблема? У нее этот универсальный инструмент отлетает ей в рожу, что ли? Личинка резиновая или что? Я вообще не понимаю. Она все равно успевает захавать меня. Оп, мимо. Еще раз мимо. Я бы даже если попала в нее, она бы все равно меня убила. Ну что за жесть? Я не понимаю, как можно это пройти. Кто меня убил? Мужик или это мразь? Оп, мразь подгорела. Хорошо. Что дальше? Я спрятаться здесь не могу? Не могу. Ну как так? Ну блин. А, убилась? Сволочь. Вот она что. Так, и как? Это слушать надо, это что-то говно. Сенсор. Вот тут что-то надо включить. Ой-ой-ой-ой. Под столик бы заползти успеть. Но нельзя. Или можно? Можно. Да блин, он вытащил меня сюда. Какого хрена? Похоже на то. Ты, возможно, прав. Но это не точно. Петруша, вот, пожалуйста. Что ты меня? Что ты сказал? Топливо для огнемета. Как? Как? Объясните, пожалуйста, мне. Я сама же сдохла, я не понимаю, почему. Она у меня убирает кусочек КП или что? Я не понимаю. Естественно, конечно. Ну и вот он, пожалуйста, вытащил меня из-под стола. Ну как? Блин, это пройти. Звук хороший, типа, в конце мне понравился. Почему-то я тоже дохну. Я не понимаю, почему. Смотрите, я ее убиваю, и она убивает меня одновременно. Как? Пошел в жопу. Сейчас Петруша слезет, естественно, потому что я бежал... Куда ты? Он исчез! Это что вообще? Сука, трансформер, что ли? Посмотрите на него, как он туда проник? А вот это что? Жесть! Зачем ты так сделал, мужик? Это странно. Я даже не попадаю по ней. Вот как это происходит? Почему я умираю, и она умирает? Окей, мы, допустим, гасим мужика. Собираем у него все, что у него есть. Включая душу и золото.
И что делаем дальше? Садимся и ждем, пока Петруша нас сожрет. Все. Вариантов больше нет. А шокером его можно ткнуть? Давайте попробуем. Мне кажется, с ним ничего нет. Сразу ночью на шокер. Где ты есть-то, гнида? А я подобраться к нему могу и тыкнуть его вот так. Так прям в жопу ему. Ать! Это было забавно. Все, я пытаюсь последний раз. Если сейчас не получится, я бомблю, короче, выхожу. И потом буду проходить это либо в следующий раз, либо вне видео, потому что, ну, это невозможно. Если бы я считала, я бы, наверное, умерла. Потому что, наверное, я не умею до стольки считать, сколько, блин, раз я пыталась пройти это говно. Топливо для огнемета. Хорошо, подождите. Огнемет. Огнемет! Перезарядим. Здорово, перезарядили. И что дальше? Как нам это может помочь? Может попробовать взять какой-нибудь фаер? Включить его, кинуть куда-нибудь вон туда, и пока Петруша на него будет смотреть... Открыть это говно и убить сраную личинку? Я не успею взять огнемет! Поджарила. Тихо-тихо-тихо. Он наверняка, блин, стоит прямо здесь. Я могу осмотреть ящик. Топливо для огнемета, какая прелесть. Перезарядим. 30 это уже лучше. Но тоже ничего нам не даст хорошего, к сожалению. И аптечку мы не можем скрафтить. Здорово, великолепно. Подождите, давайте. А, он где-то ходит там, вдали. Тихо. Дверь закрыта вроде. Давайте запустим! Как так быстро? Где он? Стоп, тихо! Я могу сейчас сохраниться? Пожалуйста, пусть да. Пусть да, пожалуйста. Что там написано было? Рядом враг? Насрать, пожалуйста, сохрани. Ура! Аллилуйя! Ладно, нет, все, ребят, я не могу больше. Это жесть, это просто нереально. На этом остановимся сегодня, потому что все уже, я просто не могу. Сколько раз я пыталась это нереально сделать. Короче, очень сложно, если у вас мало хп, поэтому если вы вдруг будете играть, у вас останется мало хп, просто забейте, удалите игру, забудьте о ней навсегда и не мучайтесь лучше. Но если вам понравилось вдруг, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте всем своим друзьям и еще в группу ВКонтакте вступайте. Спасибо всем огромное за просмотр, с вами была Фабиан, счастливо!